Дорогие люди, вот вы задаете вопрос, когда власть поменяется, а мы когда поменяемся? Вот вы же слышите вот этот прямой эфир, он никаким образом не модерируется. Дима читает практически все подряд. Вот это отношение по-прежнему к какому-то вот этому кирпичу под названием государство. Когда вы начнете освобождать свой разум, ну, вот тогда все и поменяется. Не только вы, сидящий по эту сторону, по ту сторону экрана, но и вот ваше окружение. Ведь большая часть людей сюда хренак первый канал, сюда вот так вот виртуальную реальность второго канала, там какой-нибудь России 24, и все, они сидят в анабиозе. Фильм «Матрица» — это просто детский лепет. Все решено, уже все вот эти, уже все понавтыкано, блин. Вот здесь там телеканал «Культура», вот здесь «Спорт», вот здесь «Матч ТВ», вот так вот нахреначили, блин. И просто производишь электричество, там 1,5 вольта с 0,00 амперами. Поэтому, когда вы задаете вопрос совершенно не по адресу, ну, выйдите и задайте вопрос, ну, вы же знаете ваше окружение? Вы же сейчас точно напишите, ну, да, конечно. Ну, вот раз да, конечно, тогда вот от этого, как только поменяются люди из вашего окружения, так тут же поменяется страна. А сейчас страна идеальна.